Я не хочу в очках, я хочу контактные линзы. Без этого эффекта лечебного не будет. Утром сняли и прекрасно видно без всякой оптики. Я не отрицаю контактные линзы. Нету времени? Добрый день, дорогие друзья. Фактически сегодняшняя наша беседа – продолжение предыдущей. Это та наша беседа, в которой я говорил о необходимости с тренажерами, работы с тренажерами, аккомодотренер и фузиотренер, в лечении близорукости, в лечении спазма аккомодации. И вот очень много вопросов. Каждый день мне приходится отвечать на многие вопросы, которые идут и на сайт, и в YouTube. И какие-то вопросы. Например, я не хочу в очках, я хочу контактные линзы. Пошел к доктору, который выписывает контактные линзы, обычные, дневного ношения. Пошел к другому доктору, тот рекомендовал контактные линзы ночного ношения. Леонид Константинович, вы как профессор, скажите, пожалуйста, есть смысл? Ну, будем говорить так. Работая в дальнем зарубежье, мне задают вопрос, а можно ли без очков? Естественно, это социальный вопрос. Люди некоторые не хотят очки. А как быть? Только одно условие. Обязательно применение при контактных линзах домашних тренажеров, то есть аккомодотренеры. Без этого эффекта лечебного не будет, хотя сплошь и рядом, и это мы все четко знаем, в инструкции написано, останавливают прогрессирование близорукости. Контактные линзы либо ночного ношения, либо дневного нет. Они создают, эти контактные линзы, оптический комфорт. Вопросов нет. Тем более контактные линзы ночного ношения. Утром сняли и прекрасно видно без всякой оптики. Да. Но это сохраняется эффект сутки-двое. Это не лечение. Это хорошее дело. Я же не отрицаю. Только на фоне обязательного тренинга. Обязательно тренировать мышцы. Аккомодационную, я говорю, мышцы. Это физиологический массаж с помощью аккомодотренера и фузиотренера. И еще прибор, очень эффективный ручеек. Но о нем и потом будем говорить. Самое важное, я хочу сказать, я не отрицаю контактные линзы. Но тот, кто занимается контактными линзами, должен честно поступать и говорить, нет, они не обладают лечебным фактором. Следующий вопрос. А вот появились новые французские очки Столест. Вот они останавливают прогрессирование. Нет, они не останавливают прогрессирование. Они хорошие, но они не останавливают. Дело вот в чем, что для того, чтобы был в состоянии комфорта глаз как вдаль и вблизи, нужна обязательно адидация. То есть разница силы линзы для дали и вблизи. А вблизи должно быть обязательно на 1,5-2 диоптрии меньше. Хотим мы, не хотим, но это обязательно. И для этого уже эффективны будут очки прогрессивы. Вопрос, они обладают лечебным? Нет, никакая оптика на планете Земля не обладает никакими лечебными свойствами. Оптика может навредить, может не навредить, но смысл любой оптики не нагрузить, не разгрузить, а не нагрузить глаза. Когда мы выполняем какую-то работу, чтобы не было излишней нагрузки на аккомодационную мышцу и на мозг. Поэтому очки Столест не лечат. Поэтому еще раз повторяю, какие надо очки? Это очки прогрессивы, наиболее эффективные для этого. И, конечно, самые лучшие на планете – это бифокальные сферопризматические очки БСПО. Уж очень много раз я говорил. Поэтому наберитесь терпения, желания. Откройте страницы моего сайта, где очень много я посвятил вопросам оптики уроков, в том числе и в Ютубе роликов. Нету времени, а должно все-таки находиться время для того, чтобы сохранить здоровье и зрение. Благодарю вас за внимание.